великая, даль бескрайняя, соколице и в судьбе. Я тебе... Ну, эта фотография сделана была в саду моего друга Чернобаева. Вот. Леонида Дмитриевича, заслуженного художника Хакасии, одного из тех самородков. Вот. Значит, когда-то ему подарил два персика, привитых. Он их тщательно укрыл. Мы изучали еще, вернемся, как он укрывал, изобрев чум-термос. То есть не просто укрытие, но и очень теплое, чтобы там минимально сказывались перепады температуры плюс на минус. Вот. Получил урожай, у него первый урожай был слабенький, второй там, ну, маленькие деревья. Потом пол ведра, потом сразу каждое молодое дерево, фотографии видели, еще видите, по 1000 штук дало, больше. Куда девать? Вот. 1600, я помню, я продал от его имени этих самых косточек персика. Невиданное дело, супер морозостойкие хасанские персики. Вот. И он косточки продал и немножко посадил. И вот они вот такой вид имеют после первого года. Ох, мощнющий рост у них. О, какие они эти самые надежные, как они за короткое сибирское лето. Это фотографии еще первой середины лета. И я вот покажу вам фотографии потом, где они двухметровые за лето, готовый скелет. Плодоносит на третий год сеянца. Но укрывать надо, он попробовал не укрывать. Померзли до уровня снега, снега-то с гульки нос. Вот так, вот такой комментарий. Вот. Зато...